Всем привет! Как гласит народная мудрость, экономит не бедный, а умный. Так вот, если очень хочется что-нибудь новенькое и не хочется много тратить, вы на верном пути. В ближайшее время расскажу вам, как и на чем сэкономить. Это программа «Топ скидок». Меня зовут Андрей Лобанов. Начинаем! Я уже собрал топ самых интересных и выгодных предложений Люберецкого округа на эту неделю. И в него вошли дом секонда с весенними предложениями, гроза джим с приятными бонусами для старшего поколения, текстиль профи с украшениями для интерьера и некислый интернет-провайдер New Lime. Открывает сегодняшний топ быстрый, удобный, экономный интернет-провайдер New Lime. Если вы еще не подключили у себя интернет, то вот вам тариф, который стоит выбрать. Сейчас мы зайдем еще в одну квартиру и узнаем, есть ли у них интернет и как он работает. О, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Андрей Лобанов, я ведущий телеканала ЛРТ. Вы смотрите наш канал? Да. Юль, скажите, у вас есть дома интернет? Нет, мы недавно переехали, поэтому нет пока. Вы не успели подключиться? Прекрасно, мы можем тогда помочь вам прямо сейчас подключиться. Или можем пройти к вам? О, и правда, у вас идет телеканал ЛРТ. Это хорошо. Юль, ну что, пока наши мастера будут подключать вам интернет, может, с вами чайку попьем? Давайте, конечно. Ну, Юля, как тебе? Не кисло. Я тоже попробую. Не кисло. Это все потому, что он спелый. Ну вот, теперь у тебя есть и интернет, и лайм. Любопытное, очень демократичное предложение. Безлимитный тариф «Спелый» представляет вам круглосуточный доступ в интернет на скорости 100 мегабит в секунду. Ежемесячная абонентская плата 400 рублей. Реальный IP 100 рублей. Тарифный план доступен для новых абонентов, физических лиц, впервые заключающих договор на оказание телематических услуг и доступ к интернету на территории города Люберцы. Также есть возможность при подключении воспользоваться акцией «Роутер в подарок». Тариф «Спелый». Не кисло. Третье место этой недели занимает дом секонда, хотя я бы назвал его дворец секонда, потому что огромный выбор, большие скидки и встречают всегда с улыбкой. Хочется уже скинуть с себя килограммы зимней одежды, переодеться во что-то яркое, легкое и красивое. А чтобы сделать это с наименьшими потерями для бюджета, добро пожаловать в дом секонда. Весна набирает обороты, медленно, но верно, становится теплее, а значит, пора задуматься о том, чтобы обновить гардероб. И если не хочется много тратить на обновки, дом секонда вам в помощь. Ассортимент в доме секонда в лучших традициях весенней погоды обновляется постоянно. Поступления приходят из Европы каждую субботу. Для настоящего шопоголика это то, что надо. Кстати, на сайте дома секонда можете оставить свой номер телефона, и вам будут приходить смс-оповещения о свежих поступлениях. Тут самое главное – быстро реагировать, пока все интересное не разобрали. Хотите выглядеть стильно и ярко, найти интересные и качественные вещи по низким ценам? В доме секонда вам всегда помогут. Кстати, стоимость одежды тут рассчитывают по весу. Если не сможете с этим справиться самостоятельно, то обращайтесь к продавцам. Вам всегда подскажут, как рассчитать стоимость, найти нужный размер, модель и образ для работы или в чем устроить вечерний променад. Ну и не забывайте о том, что выгодные предложения в доме секонда постоянно обновляются. В магазине действуют скидки от 65%. Остается только прийти и найти что-то свое. До второго места на этой неделе дотянулся клуб чемпионов «Гроза Джим». Пока весна набирает вес, нам пора бы его потерять, так как лето придет и не заметим. Так что берем себя в руки и вперед навстречу красоте и здоровью. Весна. Самое время выбираться из берлоги, стряхнуть себе зимнюю пыль и заняться своим внешним видом. Фитнес-клуб «Гроза Джим» готов нам с вами помочь в этом. Так давайте начнем тренироваться.
Заниматься спортом полезно не только для тела, но и для нервной системы. Поэтому, если не можете позволить долгий отпуск, добро пожаловать в фитнес-клуб «Гроза Джим». Отвлечься от повседневной суеты поможет физическая культура. Удобные тренажеры для самых разных групп мышц. Кардиозал с отличной вентиляцией. Внимательный персонал тренажерного зала всегда подскажет и поможет, если у вас возникли вопросы. Фитнес-клуб «Гроза Джим» – это место, где может тренироваться каждый. По средам для пенсионеров здесь действует акция «Социальный час». Можно тренироваться совершенно бесплатно с 10 до 11 утра. А опытный тренер вам все подскажет. Ну и, конечно же, не могу не напомнить о том, что первое занятие в клубе совершенно бесплатно. Сделайте себя не только красивее, но и счастливее. А «Гроза Джим» вам в этом поможет. А вот и первое место моего топа, и на этой неделе его занимает, как вы думаете, кто? Есть варианты? Так? Ну ладно, не гадайте. Это «Текстиль-профи». Не всегда что-то красивое значит дорогое. «Текстиль-профи» с легкостью доказывает это. Яркие, красивые дизайнерские витрины манят своим блеском, а товар радует ценой, качеством и доступностью. Давайте вместе разбираться, что есть интересного. Огромное количество магазинов расположилось на просторах торгового центра «Текстиль-профи», и в каждом есть чем поживиться. Даже самые требовательные покупатели смогут подобрать для себя что-нибудь по вкусу. Тут легко найти подарки как для близких людей, так и коллегам по работе. Тут вы точно найдете что-нибудь интересное. Если не сможете определиться, то очаровательные продавцы-консультанты вам все расскажут и подскажут. Лично меня впечатлили оптимальные цены и уникальный ассортимент. Текстильный магазин «Серж Лук» находится на центральной аллее торгового комплекса «Текстиль-профи». Магазин стильный, модный, но с невысокими ценами. Если вы ищете такую часть интерьера, которая бы выделялась и притягивала к себе взгляд, то «Серж Лук» именно тот магазин, где можно найти что-то необычное. Это один из тех магазинов, откуда просто невозможно уйти без покупки. Порадуйте себя чем-то новеньким. Топ-скидок подошел к своему логическому завершению. Давайте еще раз вспомним всех, кто сегодня отметился в моем рейтинге и как расположились места на этой неделе. Четвертое место самых выгодных предложений этой недели открывает интернет-провайдер New Lime и его тариф «Спелый». Третье место в объятиях «Дома Секонда». До второго места с акцией для старшего поколения добрался клуб чемпионов «Гроза Джим». Ну и первое место этой недели заслуженно получает красивый, стильный, светлый «Серж Лук» из «Текстиль-профи». На данный момент это все, но продолжение следует, так что следите за топ-скидками вместе со мной на канале ЛРТ и на сайте lrt.tv. Где и как сэкономить, рассказал вам я, Андрей Лобанов. Тратьте с умом, удачи и до встречи!